Как настроить Wi-Fi Direct для мобильных устройств на базе Android? На печатающем устройстве зайдите в Wi-Fi Setup, Wi-Fi Direct. Connection Setup. Proceed. Вы увидите название точки доступа и пароль. На мобильном устройстве зайдите в настройки, настройки Wi-Fi. Найдите точку доступа ПЭУ, введите пароль, который был указан в настройках ПЭУ. И выберите «Подключить». Устройства подключены. Запустите приложение на телефоне Epson iPrint. Выберите печатающее устройство непосредственно в приложении. Теперь вы можете печатать нужные документы напрямую с вашего мобильного устройства. Хорошей вам печати!